Вы все? Не знаю. Как добрались? Я не знаю, почему ты еще вопрос. Просматриваем на будущее. Перед тем, как начать семинар, по минутой памяти почти Владимира Петровича Рассека, заслуженный работник физической культуры Республики Беларусь, заместитель председателя Федерации Республики Беларусь, который 13 января ушел от нас, человек, который прошел весь баскетбольный путь от игрока, тренером 20 лет отработал с очень серьезными результатами, достижениями и с учениками, имена которых тоже мы знаем, и с большими достижениями на спартакиадах народов СССР. То есть достижения были очень серьезные как тренера. Потом работал государственным тренером Республики Беларусь, потом работал директором Центра олимпийской подготовки долгие годы. Последнее время работал в баскетбольном клубе «Горизонт». Человек, без которого баскетбол в Беларуси последние 50 лет очень тяжело представить. И человек, который умел коммуницировать и находить контакты со всеми людьми и приносить огромную пользу белорусскому баскетболу. Поэтому попрошу всех встать и немного помочь. Для проведения семинара мы пригласили Федора Борисовича Дмитриева. Уже представляться его не буду. Те судьи, которые находятся здесь, его все прекрасно знают. Многие находятся в контакте, многие переписываются, спрашивают совет, присылают какие-то клипы, приезжают на семинары. В общем, связь с ним у нас постоянная, и тут рассказывать много не надо. Немножко справочная информация, организационная информация от меня в начале семинара. Все знаете, что у нас есть семинар первоустановочный, который у нас есть в сентябре, и второй в январе. Сейчас мы корректируем нашу работу, какие-то акценты ставим, внимание привлекаем на то, чтобы нам очень хорошо, чтобы выйти в финальную стадию. Понятно, что вторая часть чемпионата – это самая важная часть. Это та часть, где разыгрываются места, где разыгрываются деньги, бюджеты на следующий год, контракты и вся остальная профессиональная жизнь, которая есть у клубов и команд. И мы являемся теми людьми, которые имеют большое влияние на распределение. То есть зачастую от нашего решения, правильного или неправильного, зависит то, какая команда будет выше и ниже, и кто дальше будет иметь эти контракты, деньги и работу, или кто не имеет. Поэтому тут степень ответственности на втором этапе чемпионата, она возрастает в разы. Это то, что мы сегодня будем говорить. Это с акцентом на то, что вторая часть чемпионата должна быть, безусловно, намного сильнее, чем первый. Первый слайд вы видите, да, количество игр у судей чемпионата. Здесь тенденция абсолютно простая, и количество игр у каждого судьи понятно. Единственное, что вносило коррективы в количество назначений, это первое, это болезни. То есть ковид не щадил судей в этом году. У нас судьи выпадали по 2-3 недели. И так было практически со всеми судьями. Кто-то за неделю успевал восстановиться, кому-то нужно было 2 недели, кому-то нужно было 3 недели.
Второе – это травмы, которые действительно мешают судейству. Иногда Воздюк, Леша, как выпал у нас, наверное, в ноябре месяце, в октябре, в ноябре, так до сих пор в форму не вошел и судить не имеет возможности по причине отсутствия здоровья. Поэтому это тоже фактор, который влияет. Третий фактор, который влияет, это, скажем так, нарушение регламента либо положений, которые у нас есть. В этом году у нас отличился один товарищ, да, не пришел на игру. Есть такой, да? Да, забыл, что у него игра. Вот. И еще то, что влияет на количество назначений, влияет уровень судейства и насколько мы видим, что вам это нужно, насколько вы прогрессируете и насколько ваше отношение к судейству становится лучше. Для меня есть несколько цифр, которые очень такие серьезные цифры. Санюк Андрей у нас 23 игры отсудил. Где ты? Да, да, здесь. Эта цифра огромная для меня. И эта цифра, как я и говорил, это цифра черточка аванс, да, который надо отрабатывать. Вот те, кто имеет назначение от 18 и плюс, это значит, что вам есть доверие и есть запрос на то, чтобы вы росли и судили хорошие игры на хорошем уровне. И этот запрос и доверие нужно оправдывать. Вторая цифра хорошая – это Варя. Варя, да? Или нет? Да. Или ты думаешь, что 15 игр – это мало? Нет. За полчемпионата? Да. Я тоже удивлен. 15 игр для судей, которые только зашел в чемпионат и имеют свой первый сезон – то же самое. Это не потому, что очень хорошо все на площадке, а потому что комиссары, которые пишут отчеты, говорят, что есть желание, есть готовность слушать и меняться. Вот эта цифра говорит об этом. О том, что в отчетах и в разговорах с комиссарами мы слышим обратную связь. О том, что этому судье нужно. Нужно. А когда комиссары говорят, что судье нужно, это сигнал для главного судьи о том, что надо давать больше назначений и больше, и больше, и больше доверять. Это тоже очень важно. Второе, что хочу отметить. У нас в этом году уже появились международные игры. У нас есть ЕЮБЛ, у нас есть женская Балтийская лига, европейская, женская европейская лига, в которой участвуют команды. И вот за эти месяцы, сколько существуют эти соревнования, с октября месяц, есть российские железные дороги, лига РЖД, в которой участвует наша резервная команда ЦМОКи. То есть международных игр много. И вот у нас за октябрь, ноябрь, декабрь и январь на международных турах с выездами побывали очень много судей. И наши судьи ФИБА, Фомина, Конан и Мацулевич, и Троцкий. Побывали судьи, которые на чемпионате: Ягомостев, Акулик, Санюк, Назаренко, Малосай. То есть количество судей, кого рекомендуют для выезда на международные соревнования, оно большое. У нас нету того, чтобы один человек с рюкзаком ездил и закрывал все дыры. Всем дан шанс и всем дана возможность. У кого-то этой возможности нету по работе, кто-то немножко тормозит, потому что сейчас не просто делать визы и получить на выезд, кто-то не сконтактировал с клубом и там не получилось оформить документы и что-то там на границу какие-то документы послать. Но, в общем, опять же, информация для всех. У кого есть желание, и у кого есть стремление выезжать на туры с детскими командами, с женскими командами, об этом мы должны знать. И будет четкая очередность. Не будет один человек или два гонять за все команды.
все по кругу, все, кто готов, все, кто настроен, и у всех, у кого есть огромное желание и стремление. По поводу виз и всего остального, нужно быть мобильными и очень контактными. Контактить с клубом, контактить с федерацией, кто, где, когда открывает визы, с кем можно поехать, кому можно дать документы, кто едет следующий, чтобы мы знали. И когда есть предложение, что с четверга по воскресенье надо выехать, у вас есть виза, вы готовы, вам звонят, вы говорите, да, я уже вещи собрал, выезжаю. Все, и это так работает. Так, следующее, что было сделано. У нас был финал Кубка, и в финале Кубка мы такое тоже раньше сильно не практиковали. У нас судило 6 разных судей. То есть в стандартные годы у нас мы судили так, у нас были судьи, есть судьи, которые выше уровнем, и они судили и мужской финал 4, и женский финал 4, в общем, с одного финала переходили на второй, чтобы своим авторитетом где-то там придавить, где-то удавить и закрыть, чтобы все знают лицо, все понимают и более-менее спокойно все. В этом году мы пошли по другому пути, мы сделали абсолютно две разные шестерки, то есть на женском кубке судили одни 6 судей, на мужском кубке судили другие 6 судей. Вы все прекрасно понимаете, что получалось так, что из 30 судей, которые у нас на чемпионат, 12 у нас судили финал 4 кубка РБ. Нет, ни один человек не судил. Нет. 6 и 6. Результат разный. Я не скажу, что мы получили хороший результат на кубках с точки зрения судейства. У нас были две игры, в которых были объективно претензии по качеству судейства. Объективно. Это две важнейшие игры, в которых, на взгляд специалистов, можно было отсудить чище. Это игра «Горизонт Смоки» женская, и это игра «Борисфен Смоки» мужская. То есть вот по этим играм есть четкое понимание того, что мы должны были эту работу отсудить профессиональнее, с более высоким уровнем судейства и качества свистка. Но в любом случае, то, что было, то будет продолжаться. Повторю, направленность, которая есть, от которой мы не отступим. Звезд не будет. Звезда должна быть на площадке, показывать, что она может. Никаких имен и тех, кто один или два человека, или три закрывают весь чемпионат, эти все времена прошли. У каждого есть возможность. Вы это все видите. От вас только одно, чтобы была энергия и было постоянное развитие. Следующее. Возвращаясь к оценке качества судейства. Читаешь отчет комиссара, и когда ты видишь в отчете комиссара, что судья не дорабатывает до конца игру, что у судьи есть лишний вес, что судья не готов, что судья не хочет, что у судьи нет желания. Потом смотришь видео и видишь, что то, что в отчете написано, это все есть правда. Поэтому вот этих вот комментариев быть абсолютно не может. И их не может быть именно с вашей стороны, а не со стороны комиссаров, которые на сегодняшний день пишут абсолютно то, что есть. То, что видят, то и пишут. Если написано, что есть лишний вес, значит, это означает, что есть лишний вес. Вот, Андрей, я не знаю, что он сейчас... На сколько ты похудел? По-моему, 12 килограмм. На 12 килограмм. Я понимаю, что в России жизнь тяжелая, да. И переезд тоже не... И надо все время рваться между ними. Но если похудел, значит, это возможно. Но это же возможно. Это же не то, что сделал кто-то в фотошоп и взял, отрезал живот. Но это возможно. Поэтому еще раз. Что у нас выключилось? Это просто взяли пятерку тех, кто не присылал отчеты или не до конца присылал отчеты, видеомоменты по итогам, по своим играм чемпионата.
У нас не было правила, у нас было правило присылать видео через 48 часов после окончания игры. Но после этого у нас ничего не было прописано. Вот сейчас я вам говорю по непрописанному, что 48 часов, если нету видео, значит, главный судья снимает назначение сразу же на 49 час. Окей? Вы все это слышали, кто здесь сидит, кто на камеру слышит. 48 часов, если вы не прислали видео, на 49 час снимаются назначения. Надо немножко уважать. Я сейчас скажу о качестве. Качество мы вернемся в сентябре. Сейчас еще не будем сильно углубляться. Но кто-то присылает один клип. Причем в клипе, в котором нет абсолютно ничего. Ну, есть блокировка. Вот пишет блокировка. Все, вот один клип с игры прислал. Да, за это формально убирать, естественно, назначение забирать не будет. Но если вы присылаете клипы, они должны быть информативны. Вот сейчас, готовясь к семинару, просматривали очень большое количество клипов. Эти клипы были ваши. То есть ни одного клипа мы сами не нарезали. Ни одного. Клипы, которые будут сегодня рассматриваться, это все то, что присылали судьи по итогам своих игр чемпионата. У многих есть хорошие клипы. У многих есть информативные клипы. У многих нету ничего. Один клип, и на этом стоит точка. Еще раз повторю. Начиная с сегодняшнего дня, правила меняются. Второй момент. Если вы присылаете клип и подписываете его, тут была пробежка или нет, и ставите вопрос. У меня вопрос абсолютно ко всем. Вы это обсуждали внутри бригады или нет? Для чего тогда вы работаете втроем? Для чего на игре находится комиссар? Для чего после игры у вас есть телефон и средства коммуникации? Если это итоговое решение бригады и комиссара, это одно. И это можно понять, когда у всей бригады, включая комиссара, есть вопрос. Но некоторые присылают клипы, там стоит вопрос, на который у меня вопросов нету через одну секунду после того, как я просмотрю этот клип. Ну, вообще, ни одно вопрос. Пишут, это фол нападение или блокировка. И четко видно, что нападающий попадает в плечо, защитник двигается, наклонен, судья присылает клип. Это фол нападение или блокировка. Что можно с этим клипом делать и как вообще на этот клип можно отвечать? Поработайте внутри бригады. Пообщайтесь друг с другом. Позвоните комиссару, пришлите ему этот клип, обсудите. Если уже 4 человека на чемпионате РБ не способны, есть моменты тяжелые, реально, мы сегодня будем встретить клипы, я думаю, что мы какие-то будут, да, где вот такие ответы 50 на 50 не скажешь. Но еще раз, большая часть вот этих клипов с вопросами, которые присылает судья, там вопросов нету. Была ли это пробежка? Сидишь, раскладываешь дома 0, 1, 2, считаешь 3, и смотришь вот этот вопрос, была ли это пробежка. Читаешь опять 0, 1, 2, 3, опять этот вопрос, видишь, была ли это пробежка. Ну что, надо помочь посчитать или что, где эта нога определится. Это то, что касается клипа. То, что касается корзин. У нас произошли небольшие, они не титанические, не глобальные изменения в корзинах. Кто-то перешел наверх, кто-то перешел вниз. Опять же, механизм вы знаете, не буду его 300 раз повторять. Эти корзины у нас до сентября месяца, то есть в сентябре будет очередная рокировка. Единственное, что у нас сейчас один судья на травме, это Вознюк вылетел пока, не знаю, будет он или нет. Один судья Чкалов, он у нас защищает нас. Он в армии находится. Василевка Наталья пока тоже по состоянию здоровья не может судить, поэтому, чтобы у нас не было чуть-чуть меньше, чем 30, намного меньше, то там мы, как и
обещали, Коля у нас возвратился, защитил нас. Да? Да. Вот. Он попадает, как мы и говорили, на то, чтобы судить чемпионат, и он вводится в число 30. И у нас получается 30 как есть, 30 как было, 30 так и останется. Дальше в сентябре мы будем делать следующую ротацию. Что у нас там? Все, окей, да. По судейству детских соревнований. По судейству на то скажешь, что спутник уйдет или что? Дальше что ли? Так, по судейству детских соревнований. Вот вчера Федор Борисович, когда говорил, я понял, о чем это. Да, он сказал, что когда судьи, как это так вот говорится, так, да, я такое не умею показывать, но так показывает, да, когда судьи вот эти вот чемпионата приходят судить детские игры, начинается катастрофа. У вас есть статус. Когда вы приходите судить детские игры, вы обязаны держать статус судьи чемпионата РБ. Происходит с точностью да наоборот. Судьи чемпионата, которые спускаются на детские игры, вдруг в один момент превращаются в учителей физкультуры, которые выходят со свистком посудить детей в свободное от работы время, когда они очень сильно устали. Принцип не меняется. Если вы что-то делаете, вы делаете хорошо. Либо отказываетесь от судейства детских соревнований. Не позорьте себя, не позорьте свое имя и не позорьте чемпионат. На некоторых людей очень тяжело смотреть на детских соревнований. Сейчас у нас проходит турнир детских игр. Вот захожу, вот даже не захожу. У меня в кабинете есть кнопочка, да? Все знают, где я могу. Вот раздается свисток. Я смотрю, думаю, свисток. И вижу, что судьи с опущенными руками. И тут Влад идет к столу показывать. Фу. Ну, я думаю, ну, случайно один раз рука не поднялась. Через две минуты опять. Опять свисток. Опять Влад идет к столу, показывает. Даже мысли, что поднять руку на фол, просто кулак поднять на фол, ее вообще не существует как таковой. Вот просто. Вот свистнул и свистнул. Я лось, потому что лось. Еще раз. Ну, так не может быть. Я не говорю, что я на этой игре, или я смотрю, и вообще меня не существует никогда и нигде. Но вы же на этой игре. Но вы понимаете, когда раздается свисток, и все поднимают глаза, ни один судья руку не поднял, и все думают вообще, что произошло. А он подходит в развалку к судейскому столику, и говорит, там, восьмому зеленый был фол. И спокойно уходит. Если делаете, если взялись, судите хорошо, судите качественно и показывайте так, как надо. Вы не имеете права себе позволять так судить. Не имеете права. Это ваша зона ответственности. Не ждите, что за вами кто-то следит и кто-то там ловит за что-то и пытается кого-то что-то доказать. Второй момент. Он, Леша, уже начал смеяться, знать, да? Команда А бросает штрафной бросок. Команда А забивает штрафной бросок. Игрок команды А, которая забила штрафной бросок, берет мяч, становится за лицевую линию, делает вбрасывание и пошла дальше игра. Игрок Б перехватывает мяч, бежит как надо, получив мяч от игрока команды А, забивает этот мяч, фол там был, и все. И тут все начинают кричать, а кто бросил мяч из-за лицевой? И мы начинаем думать, кто бросил мяч? Никто вообще ничего не понимает, ни один человек ничего не понимает. Вот вы понимаете в этой ситуации, что делать? Леша нашелся, он говорит, давайте я звону свистну. Ну, говорит, так можно и окончание игры свистнуть. Еще раз, да?
Бывают такие, вот это все, жди там неожидаемое, да, там, или невозможное, возможное, или там еще что-то, да. Все по-разному бывает. Но это же вопрос один, это вопрос концентрации внимания. Вопрос обычной концентрации внимания. Играют дети, есть уровень, вы смотрите на это, вы это контролируете, все. Некоторые судят детские игры шикарно, объясняют детям, подсказывают, здесь отойди за линию. Здесь нельзя, здесь руки подними, здесь опусти, здесь раньше не входи. Все, смотришь, получаешь удовольствие. Некоторые придут, я говорю, как будто по распределению это называют. Послали, надо отработать. Так. По чемпионату, последнее уже скажу. Вот, смотрите, там на тайме. По чемпионату. Есть у некоторых очень хорошие моменты. Вы можете видеть сами, как вы судите. Вот я Владу сейчас сказал, что я вообще просто был так угнетен. Вот. Но с точки зрения его судейства финала женского четырех, очень хорошее впечатление. Очень хорошее впечатление. То есть есть то, что действительно следует отмечать. Есть настрой, есть заряд, есть понимание того, что хорошая игра, есть понимание того, что телевидение, есть понимание, что это финал четырех кубков. Все, сконцентрировался, собрался, всю волю в кулак, сделал хорошую профессиональную работу. Действительно очень хорошо. Очень хорошо. Но американских горок не должно быть. Саша Баранов первый раз похвалил в жизни. Вот смотришь на его судейство и видишь, что у человека появилась уверенность. Если раньше уверенности не было, и я не понимал, ты будешь убегать от игроков или куда-то прятаться или отворачиваться, то я сейчас четко вижу, что ты спокойно идешь на любого игрока. Абсолютно спокойно. И уверенность чувствуется во всем. Вот реально. От манеры поведения до разговора и до жестикуляции. Этого не было. Вот это первый сезон, когда это я вижу. И действительно, это очень хорошая вещь. Сейчас надо что сделать? На эту хорошую уверенность сделать хорошее качество свистка. Потому что есть, если есть уверенность, и она пришла, и ты уже чувствуешь, что любой игрок в чемпионате РБ, ты его можешь поставить на место, то дальше ты его обязан ставить на место хорошим свистком. То есть здесь разночтение быть не может. Опять же, Федор Борисович вчера говорил, что если делает судья какую-то ошибку, да, а игрок Микульский начинает там говорить, там, да, то можно его прибить с технарем, и не проблема, да. Но искусство в другом, как на этой уверенности его осадите, чтобы это был твой игрок, и чтобы он делал то, что тебе надо. Автомат – вещь хорошая. Автомат – вещь хорошая. Но лучше его показывать, чтобы все боялись, чем из него стрелять. Показываешь – бояться, игрок твой. Застрелил игрока, он уже тебе не нужен. Все, конец. Его нет. Ты им не управляешь. Но вот та уверенность, которая появилась, вот она в том, что я видел, она мне нравится. И это хорошо. Подытоживая все, что я сказал. Сейчас самая важная часть чемпионата. Все должны взбодриться. Все должны понять, что вы хотите получить. Что вы можете дать. В каких аспектах каждый из вас может прибавить. Где ваш резерв? Я скажу, где ваш резерв. Вот он рядом здесь сидит. Используйте. Используйте. Возьмите все, что есть. Сделайте следующий шаг вперед, чтобы при определении судей первой корзины или тех, кто будет работать на финалах. Почему на финале, допустим, был Ягомусов? Потому что его проверяли. Тоже были сомнения, надо, не надо, потянет, не потянет, справится, не справится. Вот все время одни проверки идут. Сделайте так, чтобы на всех мужских и женских финалах были именно вы.
Но не потому, что прическа красивая или глаза голубые, а по другой причине, потому что вы так судите, и это игры ваши. Все, спасибо за внимание, да, Федор Борисович. Теперь до 9 вечера, а не ваш. Всем доброго утра. Добрый день. Сверху меня слышно? О чем хотел бы говорить, это получается уже третий день, наверное, пятый семинар. Очень хорошо, что были преподаватели, студенты, так мы с ними разговаривали, но в общем, по крайней мере, что кто-то хочет что-то услышать, и досидели до конца занятий. По тренерам было человек 8, но около 20 были в YouTube. И очень тяжело было читать лекцию, потому что я не видел, кто присутствует, только там знал, что там есть там и Андрей Кривонос, и Ростислав Вергун, там Тима Кузьмин. Как мы сказали. Вопрос такой, что после лекции тренер говорит, одно и то же, все понятно. Говорит, что нам могут объяснить, одно и то же фиксируют или не фиксируют, и проблемы. И одна из лекций была советы тренерам, когда я просто говорил, что по большому счету поменять что-то очень сложно. Но стремиться к тому, что вести обучающий процесс и приводить молодых ребят, которые хотят совершенствоваться, это очень важно. Ясно, что ошибки будут всегда. Будут критиковать всех людей, кто что-то делает. Теперь вот что-то делает, нужно попытаться, чтобы из того, что что-то делали, было больше хорошего и правильного. Сейчас Петр Ильич сказал про финалы Кубка. Я какие-то отрывки смотрел, клипы смотрел. И факт, вот Ген Евгеньевич сидит вместе, мы много игр отсудили, что когда молодой человек старается на финале Кубка, а на детской игре приходит и руку не поднимает на фол, так я хочу спросить, а где подготовка? Вы понимаете, у меня было в году 92-м или 93-м, мы судили с Филиппом, вы можете спросить, Владимир Геннадьевичем. Геннадьевич, да? Судили мы игру, играл автозаводец, там еще Попков, он только уже там приехал из Болгарии, но еще играл, очень приличный игрок, еще играл в Беларуси, там Парфянович и вся команда Гомеля с Борисом Андреевичем Цариковым, тот, который наше все судейство отсматривал и был нашим куратором, 93-94 год. И нас поставили с Филипповым на эту игру, то есть их много игр было, но вот эти игры запоминаются. При том, что был Яроцкий, был Иванский, Толстенев, то есть там вот все, кто были в судействе, мы были самые молодые и перспективные. Вот на этом туре. Это был тур за кинотеатром «Октябрь», эта игра. И, конечно, Цариков, я думаю, что Борис Андреевич кто-то помнит, наверное, что он всю игру висел у нас на плечах. Его команда проиграла. Но после этой игры Яроцкий нам пожал руку, и Иванский пожал руку. То есть это было нам, было по 20, мне было там немножко больше 20, Филиппову, может быть, около за 30, но это было как бы такой пропуск, что когда тебя коллеги более опытные принимают в свой круг и с тобой разговаривают уже не просто так посидеть вечером там что-то обсудить, а уже с тобой хотят судить и тебе доверять. Я вам говорил, что у меня у одного ученика на одной из игр перед игрой спросили: «Тебе нужна моя помощь?» То есть старший судья спрашивает у своего коллеги, младшего, новичка. Новичок, когда смотрит в глаза этому судье, он понимает, что судья, который в Евролиге судил финальные игры, это как икона, как некоторые там живут по авторитету. И, конечно, 95% людей, что они говорят? Конечно, нужна. Обязательно. У каждого вопроса есть второе дно. У многих вопросов. Судейство. Тренер спрашивает, как твое здоровье?
Что-то он не спрашивает на семинаре, когда ты покупаешь билеты за свои деньги, едешь куда-то, как у тебя дома. То есть у каждых многие вещи, они имеют второе, третье дно. И задавая какой-то вопрос, что старший судья хотел спросить этим вопросом? Тебе нужна моя помощь. Может ли он судить игру и доверять этому партнеру во время игры? Или ему нужно в хорошей мужской игре или женской всю площадку просматривать и страховать все это? Вы поймите, что я думаю, что многие из вас, там, кто судили, кто из молодых, кого сейчас запустили, но вы судили детские соревнования с абсолютными новичками. И вы даете один, два, три свистка в зону ответственности вашего партнера, а сколько моментов вы стараетесь еще там досмотреть, которые остаются без решений. И как вы, допустим, на какой-нибудь игре МЛБЛ попадаете с новичком и судите игру старшим арбитром, вы устаете больше, чем на игре чемпионата Белоруссии, когда вы судите, например, с Шарапой Андреем, там, с кем-то посильнее. То есть вас страхуют, и вы думаете, что вы отсудили хорошо. Помощь в один свисток – это колоссальная работа, которую никто не может оценить. То есть судья тратит энергию, чтобы в свое все взять и помочь. И вопрос – тебе нужна моя помощь? Ответ был – дайте мне разобраться самому в своей зоне ответственности. А если будут вопросы, мы попытаемся вместе решить. То есть я, ну дайте мне принять решение. Дайте мне персональную ответственность, что там меня назначили. Дайте мне попробовать принять решение самому. То есть это же человек проверяет вас. То есть вы или просто вышли там побегать для калорий, для вечера, или вы готовы к работе. И вот я вам очень просто настоятельно, ну не то что прошу, требую, я вам просто говорю факты. Где вы можете подготовиться на хорошие ваши игры? Вот на этих играх, где у вас проходит ваше первенство, там, вузов, может быть, более низкие игры по рейтингу, МЛБЛ ваша. Ну, вот там нужно работать. Потому что что делают обычные фибовские судьи, которые не работают над собой? Они готовятся к игре когда? Когда приезжают на игру. Ты уже должен быть готов здесь. И для этого нужна квалифицированная практика. Не количество переходит в качество, а количество качественных отслуженных игр. Яроцкого знаете же все. Я не забуду, ну, у него специфический подход, но очень рабочий и правильный. Он как бы не играет там, во время игры в какую-то демократию. То есть если ты не работаешь, два свистка не принимаешь решения, все можешь не фиксировать. И когда-то ему, он еще, может быть, было ему 40 лет, мне было 25, он говорит, я даже на самой слабой игре всегда пытаюсь ставить себе задачу. Одна из задач, он смотрит, там уже 40 очков. Просто тупо перебежать центральную линию. Что мы сейчас видим, когда молодые суют, или люди, которые, они в тыловой остаются и как бы ничего не фиксируют. Это же дисциплина. Пример. Молодые ребята, вот с этим жестом, две последних минуты, все знаете, начали взрывать мозг. И ФИБА посылать вопрос. Ну, то есть через нас задавать вопросы, я говорю про Россию. Что нету прессинга. Какой резон мне вот этот жест делать? Нет ни одного защитника. И по факту, когда мы приходили первый год с этим новым правилом к финалу, к финальным играм, где эти ребята... Выходя на разминку, была спина мокрая. Они забывали не то, что этот жест показать. Они требовали, партнеры с другого конца площадки им давали сигнал там, или показывали, что нужно обязательно это сделать. И потом они говорили, я забыл. Ну, конечно, ты забыл, потому что ты все время спорил, что этот жест не надо показывать, даже когда прессинга нет. Есть такое понятие мышечная память. Мы должны работать постоянно. Если я это делаю, потому что нет прессинга, где есть уверенность, что в эмоциональной ситуации вы примете решение. То есть вы вспоминаете все свои ситуации, когда вы в жестких, напряженной игре принимается один свисток, и если он правильный, он запоминается на всю жизнь. Так вопрос такой, мы должны к этому свистку быть готовы? Вчера молодые ребята сидели, мы в зале работали 4 часа, там по механике, двойной, тройной.
Я хочу сказать, что вот на уровне чемпионата Беларуси, высшей лиги, все вы готовы судить игры. Вы принимаете все решения, и если вы будете смотреть видео, вы все скажете, это фол, это не фол. Но вопрос, кому поверят больше? Шарапа, Ивашкову или Мацалевичу? Скорее всего, Ивашкову или Шарапа. Ну, Ивашкову могут поверить, потому что он там принципиальный, старший. Шарапа, потому что фибовский деятель. А почему Мацалевичу не поверят? А потому что он преподносит решение не так, как нужно. Неуверенно. Нечетко. Без голоса. И нестабильно. И непоследовательно. Все решения могут быть правильными. И вероятность то, что, допустим, Денис, мотивированный человек, будет принимать решение лучше, чем какой-то судья, который, допустим, ну, допустим, чем я. Ну, очень большой процент. Он хочет, он работает, но я сужу опытом и авторитетом и интуицией. Он желание. Но я знаю, когда дать свисток посильнее. Я знаю, когда просто сказать слово. Я знаю, когда просто дать обычный свисток. А Денис будет рвать, с бешеными глазами бежать, и никто ему постоянно будут доверять ему, но все время постоянно спрашивать, а почему так? Потому что самое главное теперь выходит, то, что ФИБА требует, вот IoT, да, индивидуальная судебская техника и механика, презентация решений. То есть вам должны поверить. Если судья делает 10 решений на аут, и у него рука идет, как у боксера, удар, то даже неправильное решение, но уверенное, 100% вам поверят. Пример, у меня на той неделе было воскресенье игра, мяч уходит от красных, ну, красные просто играю, мяч ушел, я даю мяч красным, показываю. Все команды разошлись, и только судья столовой зоны дает свисток, подходит. Что ты думаешь, там ни одного игрока не было из белых команд. Команда красных поверила, но четкое решение, в глазах уверенный взгляд. Я говорю, все, извините, я не прав, это отдал. Они говорят, а мы подумали, что мы, ну, как бы вы не ошибаетесь. То есть важно, идет презентация. Но это вступление, поэтому мы продолжаем работать. Я рад, что есть у вас молодые ребята. Вчера было 25 человек пришло из разных городов. Это как бы очень хорошо. И по жесткости, чтобы вы понимали, по внешнему виду, по всему. Ясно, что есть какие-то допуски. Я просто могу сказать, что в Российской Федерации, вы, наверное, все слышали, у нас сейчас был семинар, где очень жестко отнеслись к кандидатам на ФИБА и судьям профессиональных корзин. Из 100 человек, 6 человек не прошли тесты на вес, и на, ну, то есть на беговой и на содержание жира. То есть в основном это молодые ребята. Те, которые 40 и выше, там все окей, прошли. А эти, у нас все под камеру. Прибор такой же, как ФИБА, обычный, и он уже 10 лет. Ну, не 10 лет, сколько мы, 6 лет занимаем, этот принимаем тест. И это для нас большая, ну, не то что проблема, это, ну, легкий шок у судей. И мы как бы смотрим, так мы даже не впустили в рамки ФИБовских, а впустили с допуска. И люди не знали. Поэтому во времена, допустим, Котлиба, когда вот Генрих Генрихович сдавал, я сдавал, там не было так жестких таких рамок. Было требование одно, что судья на площадке должен выглядеть атлетично, как спортсмен. То есть живот не должен догонять. Есть всякие допуски, могут быть исключения. Но желательно этих исключений, их не допускать. И особенно к молодым. Не нужно пинать, что где-то кто-то такой есть, а там где-то кто-то такой. Вы смотрите на себя, что если вы выглядите атлетично, это один из компонентов вашего профессионализма. Я посмотрел фамилии и количество игр. В принципе, практически все судьи ровно получают количество игр. Это очень важно. До финальной стадии, потом у нас в российском чемпионате вообще руководство, я думаю, что, может быть, я не хочу критиковать, но руководство департамента, комиссар ФИБА, там, Владимир Дмитриевич Хлопиков, у него вообще все ровно. Он требует, чтобы все судьи, кто находится там в первой корзине премьер-лиги, суперлиги 2,
получали ровное количество денег. Если ты не сдал тесты, ты на месяц отстраняешься. Не написал отчет, на 2 недели отстраняешься. Не сдал видеотест, на 4 недели отстраняешься. И какие-то есть штрафные санкции, в рейтинге падаешь на 1-2 недели, в зависимости, на сколько недель тебя отстраняют. Сейчас вот то, что на Жирамере, вот этот тест, это экзамен был, и ФИС нормативы. Кто не сдал, они сохраняют в списках профессиональных судей, но по рейтингу падают на 10 позиций, так сказать. Но это вообще это очень так у многих душ. Я думаю, что некоторые могут не вернуться. Коронавирус у нас, ребята, некоторые просто ушли, вот, потому что не могут в этом режиме работать, и тяжело было. Вот, некоторые просто нашли другую работу. Ну, вот такие вещи вам в двух словах вам сказал. Что я хочу сегодня, у нас сегодня будет там до занятий в зале, там столько, 2-3 часа. Мне самое главное, мы с Петром Леонидовичем не то что ругались, но обсуждали. Я клипы для комиссаров показывал российские, где критерии оценки игровой ситуации. Вчера мы сидели, обсуждали, и была видеозапись. Вот, очень мне понравилось, что судьи, кто вот мне прислали клипы судейские, они все четко подписаны и понятна тематика. Это или процесс броска, это или спортивный фол, это или какой-то момент, связанный с механикой, это пробежка. В общем, то есть все было понятно. Там, когда начали по комиссарам, комиссары просто писали какую-то минуту. Ну, то есть не все клипы были подписаны, и чтобы их найти, там 50 клипов проработать, это нужно 3 часа. Просмотреть, прописать, куда можно вставить. То есть вот эти вещи, они должны быть более эффективны. Поэтому то, что у вас, я получил клипы ваши, 2 раза их просматривал за неделю до семинара. Так что это очень хорошо, что вы работаете с видео. Самое главное, смотрите, у нас 5 дней дается на самоанализ. Люди сдают. У нас как бы с клипами такого нет. Но кто клип, кто не сдал самоанализ, он пишет объяснительную и, соответственно, дисциплинарное наказание получает. То есть 5 дней в системе загружается и отчет комиссара, и самоанализ. То есть, ну, там записывать, если кому-то нужно, могу показать. Но кто работает с видео, ну, смотрит игры свои, не надо все смотреть. Но какие-то игры важные, то есть ты имеешь шанс, ну, видео, во-первых, как говорил Михаил Петрович Григорьев, никогда не врет, это раз. А второе, ты на видео видишь себя со стороны. А третье, ты можешь кому-то другому показать видео. Когда ты смотришь на себя со стороны, ты думаешь, что важно твое решение. Мне, как, допустим, методисту или преподавателю, я смотрю, как судья ходит, какая у него осанка, где у него кисти, руки, собран ли он, расслаблен ли он в позиции, когда нужно быть собранным. То есть, как он перемещается, как он бегает, сутулый он, не сутулый, как он фиксирует фол, когда на него кричат, как он разговаривает, как он делает ротацию и меняется с контролем игровой площадки. Как он контролирует время, какая у него IoT. То есть те, кто хочет иметь, ну, грубо говоря, работу или, допустим, быть кандидатом на FIBA. То есть вы должны понимать, что вот это самое важное. То есть как вы можете стать лучше? Ну, в принципе, все решения понятны. Допустим, Варвара сделает из 10 3 ошибки, я сделаю 2. Но из моих решений поймут, что я ошибся, может быть, 1 раз. Я сделаю так грамотно. Щеки надую, покажу, там, так, упрусь там рогом. А ты будешь метуситься, и ее 10 решений, 3 будет, допустим, неточных, еще 2 приклеят и будут давить. А тут нужно четко. Где-то иногда бывает, когда ты судишь с девушкой, можно ответственность на девушку переложить грамотно. А потом в конце принять важное решение. И потом обязательно ее похвалить, что она работала в команде. Вот так бывает. Вы иногда в игре, когда вы судите с опытным судьей, и знаете правила, знаете механику, но вы не понимаете, что вы находитесь под управлением своего старшего коллеги. Старший коллега решает в игре с самого начала, входит в игру? Нет. Ну, он то, что видит, фиксирует. Судей не должно быть много.
А в конце игры, когда ты понимаешь, что сейчас, что кто-то не примет важное решение, мне нужно успокоить и не дать технический фол, или ты видишь, что следующее что-то пропустили, сейчас будет неспортивно. Ты в каком-то ауте приходишь к тренеру и говоришь, вот сейчас, если что-то будет, посмотри. Я за ним, я ему сказал, и тебе как тренеру говорю. И тренер говорит, хорошо, что я понял, замена. Меняет его, эмоционального игрока. Решение проблемы. Я смотрю, что 4 фола. Игрок идет, на судью начинает ругаться матом. Ты сразу его убираешь, чтобы даже не слышать, что он хочет сказать. Потому что если будешь прислушиваться, это технический фол. А он ведущий игрок. Несколько моментов технический фол даешь, и потом вся скамейка стоит и тебе хлопает. Или другие ситуации. Последний тайм-аут. Остается 15 секунд до конца игры. Мне забили мяч, я проигрываю очко, я беру тайм-аут. Секундометрист в косметичке ищет свисток, потому что сирена не работает. И ты сам взрываешь и даешь этот тайм-аут, потому что вот эта фишечка на 5 фолов одевается на голову судьи. Потому что тренер проигрывает игру. У него нет времени. И вот это роль старшего арбитра. И поэтому всю игру он дает вам. Ну, как эти на концертах музыкальных. У Гриши Лепса танцуют эти девочки и поют песни всякие. А потом он выходит со своей рюмкой водки. Троцкий, ты пьешь? Иногда. Я понял. Закусываю. Вот, понятно? Вот, ребята, вы должны, если вы не понимаете, вот самое важное, что я хочу, что вы должны понимать. Если вы не понимаете, если вами будут управлять, и вы будете все время делать то, что вам как бы вот вам говорить. Если вы понимаете ход процесса или не понимаете, вы будете работать на того, кто понимает больше. Как вы думаете, Яроцкий понимает больше, чем вы? 100%. У него жизненный опыт, авторитет и понятие баскетбола. Как говорил Иванский Валерий Алексеевич и его друзья, правила никогда не знали, но судили хорошо. Знали они правила, но о них не нужно было этих правил с неспортивными фолами, с актом насилия. А, Дима, что такое акт насилия в твоем понимании? Ну, я не беру сексуальное насилие, это акт насилия. Это действие, которое выбивается из рамок. Рамок куда себя выбивает? Ну, какие рамки у тебя есть? Может быть, ты... Можно там, я не знаю, ударить чуть-чуть, а можно... Приложиться неплохо. Чуть-чуть не считается, да? Видишь, опять что сексуально, всякими эротическими вещами начинаешь говорить. Чуть-чуть. Понимаешь? И вот сейчас акт насилия. То есть сейчас ФИБА опять дает повод, что мы можем пропускать удар в голову, мы это не видим. И потом мы идем смотреть этот вещь, когда нужно, а, и все. И мы считаем, что мы правы. То есть ФИБА идет на то, что судьи сейчас стали все знать. Но игровую ситуацию оставляют без контроля. 20-30 лет назад не было этих видео, была двойная механика, и люди допускали минимальное количество ошибок. Почему, как вы думаете? Персональная ответственность. То есть судья выходил, и он знал, если ты осудишь плохо, вероятность, что тебя из маленькой страны могут не вызвать. Могут просто не вызвать. А тебе никто не должен объяснять. И никто никому права не качал. То же самое, когда был Советский Союз. Из Белоруссии вызывали. У нас же было очень много сильных судей. И очень много сильных комиссаров. Вы же понимали, что белорусские комиссары, они были одни из ведущих, которые, грубо говоря, и методически. Это у нас Меньков Борис Матвеевич. И Ефим Борисович Сироткин, они были топовые комиссары и управленцы, главный секретарь спартакиад народов СССР. Сироткин был. Он сколько, какое количество? Вячеслав Анатольевич Родной, это был их, немножко на равных, но те были повыше. А Вячеслав Анатольевич Родной, он же без компьютера может статистику выдать после игры. Вы не успеваете подать, а он выдавал эту статистику. Всю жизнь работал. Знаете, вот Олимпийские игры. И утром вся статистика была просчитана вручную. В то время. То есть люди считали, все обсчитывали, и там какое колоссальное количество игр. То есть вот это очень важный момент.
И сейчас многие вещи, они трактуются вот с этой позиции, что вот мы должны что-то знаем, знаем, допускаем, и получается все равно много-много есть недочетов и неточностей. 1 января вышла интерпретация на сайте, я думаю, что вы все видели, и Российской Федерации, наверное, все скачали, я, ну, официальный документ, мы его перевели, вот, и смотрите, было две интерпретации, июньская с 1 июня 2021 года и это, то есть постоянно работают. Сразу вам скажу, что техническая комиссия международная по правилам внесет, будут изменения. Я думаю, что с 1 там, июня там, или с 1 сентября будут новые изменения в правилах. То есть небольшие, но будут. Одно из них касательно пятого критерия неспортивного фона. Пятого критерия. То есть вот, то, что неспортивный фон последние две минуты. Это предложение, которое очень сильно проговаривается. Но и точно уже внесли в интерпретации, но точно будет четвертый критерий внесено, что игрок, который убегает в быстрый отрыв, не обязательно, чтобы у него был мяч. То есть я должен быть на кольце, контакт сзади или сбоку, и передача идет, или я могу ее ловить. То есть местоположение мяча не является принципиальным. Покажу вам пару клипов. Ну вот то, что как бы я слышал, какие-то вещи, но просто вы должны знать, что будет, изменения будут. Какие они будут согласовываться, дорабатываться. Вот. Мы берем интерпретацию, которая есть, и мы самые важные изменения, которые выделены в желтом цвете, я представляю, вам представлю здесь. Что самое главное, что раньше, если у вас был травмированный игрок, ну грубо сломал на туре ногу, руку, играть не имеет права, и мы его отправляли в зрительный зал. То теперь, если он есть в заявке на тур, в вашем документе, он имеет право сидеть как один из сопровождающих членов делегации, которым разрешено сидеть на скамейке запасных. Их 8. Вот состав 8 человек, он может быть включен. Он не включен в состав 12 игроков, потому что играть не может. То есть имеет право и тренер, команды, желающие травмированный игрок или не собирающий играть, были разрешено сидеть на скамейке запасных. Допустимо. Допустимо. Вот так, да. А как он будет подписан в листе? А он написан сопровождающий. То есть он там, ну, сопровождающий, там не надо. Да, там, ну, ты же его не пишешь. Он не более 8 человек. Да, да, не более 8. Тренер выбирает, то у него из 2-1 помощника вписывает протокол, а вот остальные 7 человек. Соответственно, он там вписывается. Мы же не пишем его массажист. Там, он в составе 8. То есть, когда это для чего важно? Что когда перед игрой я смотрю, что есть какие-то люди, там 3 человека, 2, которые не играют. И я спрашиваю, ты кто? То есть, это игрок, там сопровождающий, кто? Он говорит, я сопровождающий. Вот, у нас написано в российском регламенте, травмированные игроки при условии наличия в действующем паспорте команды. То есть, ну, он есть в действующем паспорте, как игрок. То есть он действительно был на контуре, но он будет в это время как сопровождающий. Мы его не вписываем туда, но он сидит у нас, конечно. Да, я хочу добавить. У нас на чемпионате Беларуси такого как бы нет. Да, есть заявки. Молодые игроки, ну, общая заявка. И там игроки есть. А на каждую игру ФИБА присылают декларацию такую, лист игроков. Там 16-18 может быть. Если они там есть, но у нас еще есть техническая заявка на игру, поэтому... Ну, техническая там 12, там травмированные не входят. А вот общий лист, когда выступают, либо там четко, каждой игрой, там вот этот список присылается, и тогда травмированные игроки могут сидеть там. У нас травмированного игрока не платят, поэтому такого не платят. Нет, ну, смотрите, допустим, травмированный игрок, у него голеностоп. И у вас, например, ну, выезжает команда, у них, ну, допустим, как вот в российском чемпионате, вот, кстати, был я нашу Жанну Городецкую видел, а я был в Ростове комиссаром, там Ломака приехала к Швайбовичу, ну, там встретились, обнялись, так друг передали, ну, очень так душевно, хорошо поговорили. Она мне утром звонит, Жанна Городецкая, говорит, слушай, у нас в Пензе, ну, заболел игрок, у нас по Суперлиге 2 женщин, минимальное количество игроков, минимальное. 8.
Ну, то есть максимально 12, минимально 8. Прописано. И, соответственно, она говорит, у нас было 10, двое заболели простудой. Ну, и, то есть проверяли, нет, отрицательно, улетели. И сейчас из 8, ну, видно, вирус пошел, говорит, восьмая заболела. То есть первую игру она была, еще играла, температура. Я говорю, Жан, смотри, если, допустим, будет вас меньше, чем 8, по регламенту штраф там 15 тысяч рублей. То есть ну, отсутствие игрока. Возьми ее на край скамейки, пускай она не разминается. Вот на представление она вышла, гимн отыграли, соответственно, ты все берешь, садишься. Было на премьер-лиге, ну там команды, которые там довольно такие, и бюджеты хорошие, у ГМК, вы знаете, все эти, Динамо Курск, у них ситуация была другая. Было 12 минимум, то есть они не могли там, ну то есть максимум, минимальное количество игроков 12 должно. И был случай, когда там Тихоненко, это дочка этого Бори Тихоненко, она игрок сборной России, она заболела и в гостинице. Ну и там они там ругались, там ну, регламент написан. В общем, она не приехала на игру, ей дали штраф, там все. И она там, она сказала, что я типа буду решать, поеду или я за сбор. Но сейчас в связи с тем, что экономически тяжело там летать куда чего, соответственно, 10 человек написали, минимум команд премьер-лиги. Вот. У ГМК летает, конечно, у них 12, они могут еще и больше, но смысл такой, что сократили до 10. Иногда команды выезжают, например, в Владивосток или на Сахалин. Там билет стоит, ну, допустим, 60 тысяч. Они знают, что реально проиграют игру. То есть они, ну, ясно, что едут там просто так, давай. Они берут, допустим, минус 2 игрока, им выгодно заплатить там 15 тысяч за игрока, который не будет, чем, допустим, 120 тысяч платить за билеты игрока, которого, ну, нет. Но есть также ситуация, наверное, как и у вас, когда нужно, чтобы молодые ребята играли, там, допустим, ну, 2004 года там, или 2005, но были заиграны, чтобы были какие-то свои эти вот. Ну, тогда этих молодых, они приезжают и должны не отыграть какое-то количество минут в чемпионате там, или в каждой игре. Хорошо. Следующий момент, связанный немножечко со статусом броска и с решением. Пример с интерпретацией. Идет трехочковый бросок. Мяч находится в воздухе. То есть бросок уже начался, сошел с руки. Когда мяч летит в воздухе, звучит сигнал об окончании игрового времени. И после этого сигнала происходит фол. И мяч залетает в корзину. Вопрос. Фол произошел после сигнала? Соответственно, время закончилось. Если бросок был выполнен, то мяч остается живой, пока он не попал в корзину или не имеет возможности попасть, становится мертвым. Соответственно, мы, если в нашем случае мяч забит, мы его считаем, а фол, который произошел после игрового времени, мы игнорируем. Исключение составляет, если этот фол был после окончания четверти, и за ней есть еще четверть или овертайм. То есть это будет не спортивный или дисквалифицирующий фол. Персональный фол мы тоже игнорируем. То есть во время перерыва в игре персональных фолов быть не может. Только не спортивный, дисквалифицирующий. То есть, понятно, да? Мяч сошел с руки, в воздухе, сирена, потом фол. И мяч летает в корзину. Если это окончание четверти, и за ней будет еще четверти или овертайм, и фол в сути расценивают как неспортивный и дисквалифицирующий, то мы, значит, считаем 3 очка и перед началом четверти или овертайма пробиваем штрафные. Если это окончание игры и счет неровный, соответственно, мы заканчиваем игру. Все фолы игнорируются. Все любое неспортивное поведение, если произошло, мы пишем только рапорт. Рапорт. Понятно, да? Еще момент такой интересный был у нас в российской Суперлиги, ну, чтобы вы просто понимали, вот это молодые ребята, которые много все знают и пытаются подстраховать своих партнеров, не знают причины, услышали какое-то слово, такое не совсем лицеприятное, наказывают техническим фолом. У нас был случай, игроку дали 2 технических фола. Что это? Game disqualification до конца игры. Он должен покинуть зал. Когда она идет за вещами, она еще оскорбляет кого-то. Ей дает технический фол. Но и сказали, она сейчас получается удаленная, она дисквалифицированная.
А судьи посвящаешь, она удаленная. И, соответственно, за удаленного игрока, ну, кто имеет 5 фолов, отвечает тренер. А у тренера уже 2 технических было. Клеют тренеру технический фол, бенч, Б, и убирают двоих. И тренера, и игрока. И тренер убирает команду. Вот вы должны быть очень-очень внимательны, когда вы решаете. И то же самое мы будем говорить по видеоповтору, что много моментов есть, когда процедура, которую вот я видел там в принятии решения, вы старший судья, сами принимаете решение, никакой коммуникации нет у вас, прете смотреть это видео, партнеры не понимают, в чем дело, и решаете все сами. Делитесь ответственностью, то есть спрашивайте информацию. Хорошо, и вот к этому вопросу как до конца, чтобы разобраться. Вот этот игрок, он дисквалифицирован уже. Да. То есть он не может находиться в зоне скамейки команды. Как ему еще технарь можно дать? Она, игрок идет, забирает форму, да, и что-то... Да, он дисквалифицирован. Фола не, этот фол дан ошибочно вообще. Вот об этом как бы окончательное решение. Да, как, коллеги, что здесь нужно было? Смотрите, да, я, наверное, просто уже... Тысячу раз это проговаривал с молодыми. То есть 2 технических фола. Игрок является не удаленным, а дисквалифицированным, покидает зал. Если там он может забрать свои вещи и там, соответственно, покинуть, там на замену дисквалифицированного игрока сколько дается времени? 30 секунд, ребята. 30 секунд. Удаленный игрок 5 фолов и дисквалифицированный. Он берет вещи и оскорбляет еще. Дисквалифицированный игрок, мы не можем его наказать никаким любым другим наказанием. Все, его нет в игре. Мы только что делаем? Рапорт. Пишем рапорт. Наказание за рапорт по какому-то неэтичному поведению может быть даже больше по регламенту, допустим, некоторых лиг, чем даже получение там технического фола за неспортивное поведение. Рапорт. И тренеру мы не наказываем тренера. У тренера есть 2 там, то, что было, так и должно остаться, 2 бенча. Дисквалифицированный игрок не может получить никаких других наказаний. Только пишем рапорт. Теперь удар мяча в щит. Играть в щит можно. То есть, если я вел мяч, закончил ведение, ударяю мяч в щит, имею право словить его, добить мяч. Ведение не могу начать. Если я вел мяч, то есть не вел мяч, получил передачу. Я могу сколько хочу ударять в мяч щит и потом выполнять там бросок или иначе сведение, если я не вел. Ну, соответственно, в размерах 24 секунд. Понятно, да? Это? Хороший клип сейчас в ВТБ показали. У нас Локомотива там в Кубани. Играл против Автодора, по-моему, и там с Локомотива закончил ведение, показал движение, вышагнул. Ему неудобно бросать, он себе в щит бьет этот мяч и сверху забивает. Да. Такой казак, совсем не дам. Теперь смотрите еще. Значит, по фейку и флопу. Фейку и флоп. Значит, у нас есть вообще, когда мы разбираем фейк или флоп, имитация фола. Флопы часто делают защитники, фейки нападающие. Есть 5 вариантов, когда мы рассматриваем эту тематику. Фейк нападающего, флоп защитника, фейк-флоп, 2, третье, фол нападений и, соответственно, фол защитника, 4. 5-я позиция – это когда мы не видим всей картины, а игрок теряет баланс или равновесие, кто-то кому-то наступает на ногу, кто-то запутывается в ногах, играя в защите, и падает. И мы считаем, что это фейк, и иногда даже наказывается технический фол. То есть, что ФИБА убрала с интерпретации по имитации фола? Было в июньской интерпретации. Если игрок, на игроке совершается фол, то есть, допустим, меня бьют по руке, а я после этого фола, то есть фол есть, а я после этого фола падаю навзничь и еще расставляю ноги, что-то меня сбили полностью, то это чрезмерная имитация. И за это мы могли еще официально предупредить игрока, на котором был фол. То есть я выполняю бросок, удар по руке, судья фиксирует фол. В этот момент я падаю навзничь, в
вкидываю ноги, руки, что меня там, ну, не то что убили, что еще и мою голову затронули, и что это был какой-то вообще чрезмерный фол. За вот такую чрезмерную было, сейчас убрали. Сейчас мы даем или фол, или фейк. Во времена, когда судил Геннадий Геннадьевич, я начинал, что было? Не было же таких фейков, флопов. То есть, если есть контакт, мы должны определить, кто виновный контакт. И тогда в большинстве случаев защитники тогда делали вот эти флопили, но сейчас игра меняется, и это очень, это является также большой проблемой фейк-флоп, и поэтому не забывайте эти клипы смотреть, анализировать и спрашивать, потому что критерии для оценки и фейка, и флопа, их много. И руки, и голова, и пятки, и выброшенные ноги. То есть вот это очень важно. И теперь все эти, у нас была тема фолы, инициируемые нападающими. То есть очень часто игрок ведет мяч, входит в контакт с защитником, защитник просто выставляет руки, ловит руку, завязывает и начинает. И мы часто наказываем защитника, который в большинстве случаев, кроме касания игрока, опекая его, ничего не делает. Касаться можно. Как в правилах написано, последовательное касание приводит к неправильному контакту. И очень много нападающих делают, завязывают, обхватывают и дальней рукой. И вот теперь, когда вы смотрите на мяч, не оцениваете защитника и не знаете, что делать нападающий, что один из ответов? Должен быть скаутинг команд. То есть я должен знать, кто это что делает. Вот у нас есть там несколько команд, ну, игроков. Когда мы их судим, мы примерно представляем, что этот игрок это делает очень часто в игре. Или фейки делает, или завязывает руки, или выставляет ноги при броске. То есть иногда лучший вариант во время игры, то есть перед игрой, просто сказать, там, Сергей, ну, ты понял, да, что я говорю, что там ноги не выставляют. Все, я понял. Центрового приходишь, когда получаешь мяч, вот эти вот вещи тоже делать надо. То есть сразу вы проговариваете, и иногда бывает это проходит. Следующий момент. Технический фол, теперь мы проговариваем, тоже административный, то, что мы говорили с вами, когда вот эти фолы игрокам или тренерам. Если играющий тренер, ну, я вообще очень редко видел играющих тренеров, но бывает. То есть, ну, теперь просто вам по знанию правил. Если играющий тренер внесен как игрок и как тренер, главный, то получает во время перерыва в игре технический фол, то мы его пишем как игроку. То есть все запасные игроки, и как то же самое, как играющий тренер, во время перерыва игры являются игроками. И все, что они получают как играющие игроки. Даже ни секунды не выходя. Если получает врач команды, там, или массажист, технический фол, мы ему пишем в графу внизу, главному тренеру, как B1. Потому что, ну, он отвечает на скамейку. Понятно, да? Если тренер играющий, как игрок неспортивный получил, потом заменился, выполнял роль тренера и получил за свое персональное поведение C1 как тренер, мы его дисквалифицируем до конца игры. Game disqualification. Теперь неспортивный фол. Тут и клип мы посмотрим и проговорим. Вот это как бы еще больше уточняет. Мне нравится вот это понятие, когда бывают такие дотошные комиссары или судьи. Мне нравится вот это определение, которое дал Личина, ну, наверное, он у Накича взял, без разницы, ну, пришло из ФИБА. Телескоп и микроскоп, я думаю, вы все это слышали. То есть не нужно увеличивать того, чего нет. И уменьшать не нужно, если очевидное. Поэтому, если вы видите, и у вас есть сомнения, персональный фол и не спортивный, то какое мы даем решение? Персональный фол. Не увеличивайте то, чего часто бывает, люди смотрят и начинают какие-то вещи додумывать такие, что как бы вот того, чего нет. Какой один из моментов, то, что мы спорили, какой-то клип прислали. Когда игрок убегает в быстрый отрыв, а защитник, догоняя его, вероятно, скорее не догонит, но заходит рукой вперед, пытается сфалить. И на камере видно, что он находится не то, что наравне, а рука и нога находятся впереди. То есть защитник догоняет. У вас есть сомнения, быстрый отрыв или не быстрый? Есть? То есть ты видишь, что защитник выходит и играет рукой впереди. И мы смотрим, что рука защитника находится впереди, чем сам нападающий.
Нападающий не здесь находится, а здесь. Это в любом случае может быть быстрым прорывом. Другое дело, как... Смотрите, то, что... Смотрите. Играет ли он попытка в мяч или нет? Он играет в мяч. Выходит, Володя здесь мяч. Я вот так. Понимаете? Вот. Кто находится впереди? Защитник. То есть вы видите, что и рука моя, и я, и нога. У вас есть сомнения, что вы начинаете думать, кто первый, кто впереди? Вы видите, что как бы защитник не догонит. Вероятность защитника не догонит. Но он не находится сзади или четко сбоку. Мы видим, что на камере видно, что рука его и нога есть впереди. Вот если у вас есть эти сомнения, то дайте обычный персональный фон. Ничего здесь как бы не будет. Мы видим, что нападающий не открыт путь к корзине, есть рука. Кроме того, что сказал Генри Генрихович, когда я не играю в мяч, а просто беру, за тело обнимаю игрока, и это ну, как бы критерий С3 там, или С1, нет попытки сыграть. Вот про С4 мы говорим. Теперь что ФИБА добавил, и сейчас клип мы посмотрим, что если я убегаю один на кольцо, и у меня кольцо передо мной, и никого нет на пути, на моем пути, а мяч идет от моего партнера, или я готов его словить, но нахожусь один, и происходит любой неправильный баскетбольный контакт. Там задержка, блокировка, это будет неспортивный. То есть мяч не является ключевым. Еще момент тоже вот из этого телескопа и микроскопа. Если игрок в передовой зоне убегает быстрый отрыв по левой бровке, да, с левой стороны, а я стою, ну, полшага впереди, но справа, 15 метров от моего от оппонента, и до кольца осталось там 4 метра или 5, я его догнать физически не могу никак. И у этого игрока путь на кольцо открыт. Это будет считаться быстрый отрыв. Но игрок этот, он никак не догонит. Понимаете, о чем мы говорим? Здравый смысл. И просто не додумывайте, просто посмотрите вот эти вещи. Они всегда, видите, вот этот момент, то, что ФИБА начала интерпретировать, 4-5 лет многие тренеры и судьи не понимали, должен ли быть мяч впереди. Мы всегда считали, что если быстрый отрыв, кольцо, мяч и игрок должны быть впереди. Теперь ФИБА написала, что при переходе, независимо от местонахождения мяча, должен быть зафиксирован как неспортивный фол, если контакт происходит сзади или сбоку, независимо от местоположения. Потому что много случаев таких было, что по одной стороне держит быстрый отрыв, а по другой там человек сзади находится ближе к кольцу, но он совершенно не в этой ситуации. Поэтому... Да. Смотрите, пример. А1 передает мяч из столовой зоны на А2. Который находится в своей передовой зоне со свободным путем корзины. Нет никого из соперника между ним и корзиной. Б1 неправильно контактирует с А2. Интерпретация. Это является неспортивным фолом Б1 за контакт без попытки сыграть непосредственно мяч. С целью снять продвижение атакующей команды при переходе. И вот в этой интерпретации не написано продвижение остановить продвижение атакующей команды при переходе. Переход это что? Транзит. Да? А вот тут там где-то был еще ненужный контакт. То есть получается, в одной интерпретации ФИБА говорит и про третий критерий, и про четвертый. И сейчас мы посмотрим клип, а я могу сказать сразу, ну, мы вернемся к клипу, что если у нас бывает два критерия в одном нарушении, ну, допустим, С1 и С4, или С2 или С4, то есть нет попытки сыграть мяч и быстрый отрыв. Чрезмерно жесткий и быстрый отрыв. Ненужный контакт и быстрый отрыв, то мы всегда используем С4, потому что он, очевидно, для всех находится впереди игры. Если мы говорим про ненужный контакт и при переход, но есть быстрый отрыв, ну, свободный путь на кольцо, то ФИБА рекомендует вот этот слайд, это с ФИБовского инструкторского семинара, смотрите, вот то, что делали, протокол, то мы берем, когда... С3 и С4. Мы используем, вот последний, восьмой, мы используем всегда критерий С4. Сейчас я включу этот клип, где
игрок, знаете, без мяча, его сзади контакт неправильный. Сзади неправильно, но у него мяча нет. Он убегает быстро отрыв, находится на кольце. И, соответственно, мы должны использовать критерий C4. Смотрите, вот он быстро смотрели, мяч еще не у него, сзади обычно неправильный контакт. Понятно, да? Так, теперь с видеоповтором. У вас есть видеоповтор? Иногда бывает. На важных играх. На важных играх. Ага. Коллеги, вот мы сегодня коснемся протокола использования видеоповтора. Ты был старшим арбитром с видеоповтором? Да. Какой у тебя есть протокол использования видеоповтора? То есть, что такое протокол? Структура твоих действий. Ну, первое, это знаешь, когда можно применять видеоповтор. Значит, ты... На предыдущем совещании обсудить с коллегами, когда можно этот повтор применять, когда можно смотреть. Хорошо. После каких решений. Да. Их у нас получается, если не ошибаюсь, 14. 6 решений всю игру, 4 решения последние 2 минуты и, по-моему, 4 решения с окончанием игры. То есть мы можем смотреть видеоповтор 14 решений. Вчера, я просто скажу, Юра Волк, комиссар ФИБА, задал вопрос. Я просто вам хочу сказать очень такие важные слова. Вы должны понимать, что если вы из-за здравого смысла и хотите просто быть и развивать баскетбол, и помогать всем тренерам, специалистам везде с баскетболом, вы должны понимать, как ваши слова будут интерпретироваться. Пример. Человек делает 2 шага, там 0-1-2, и потом слегка подтягивает ногу, опорную ногу подтягивает. И у вас, как у специалистов, судей профессионалов, которые судят чемпионат Беларуси, кто-то из вас фибовский арбитр, спросит, это пробежка, когда вы подтягиваете опорную ногу? И вопрос у вас спрашивают, как что? По правилам это пробежка. И вы другой вещи сказать не можете. Теперь другой вопрос. Если в правилах, а мы руководствуемся только фибовскими правилами и вот это дополнение F1, приложение использования системы видеоповтора, начинаем дополнять какие-то исключения, мы не имеем права менять правила баскетбола. Если это не прописано, менять не можем. И если вам скажут, слушай, там была пробежка или аут на третьей минуте. Аут на третьей минуте. Иди посмотри. Или заступ при штрафных. Иди посмотри. На видео видно, что заступ. Но ты не имеешь права смотреть. И это очень важно. Потому что моя родина, она маленькая, да? А если Россия 20 раз больше по населению, там 15, и когда некоторые команды имеют хороший юридический отдел, они скажут, послушайте, но это не апелляция, это вы людей, они не то что ошибаются, они используют вещи и руководствуются не тем, как написано в правилах. То есть чему вы учите? И если мы официально используем оборудование не по этим вещам, это является вот в России очень большая ошибка, больше, чем пропустить пробежку. То есть мы не можем никаким здравым смыслом пользоваться, когда мы берем и меняем правила игры. Вы понимаете, о чем я говорю? Да было у нас в чемпионате. Нет, я знаю, что у нас бывает ситуация, что иногда комиссар что-то подсказывает или говорит, иди это посмотри. Или, допустим, что-то куда-то чего-то, видеоповтор, вот последнее, я, если хотите, покажу. Последнее что-то было, мы даем помеха попаданию, помеха мячу, судьи принимают последние 2 минуты, и фол там был. Так судьи посмотрели и говорят одному судье, который стоит, который давал фол, а его решение не смотрели. И не могли смотреть. Он дал фол не тому игроку. То есть фол был 7-му, а он дал 19-му. То есть абсолютно другому. То есть тот, кто упал игроку, он дал, а фолил другой. И судьи, посмотрев, сказали ему, так вот за такую помощь, если это все как бы... Судья может получить большой минус. То есть такое. То есть мы говорим, что это правильно,
Но, слушайте, это анархия. Я понимаю, что тактически это правильно. Если мы скажем, что это можно делать, то представляете, что будет делаться везде, когда люди будут следовать не тому протоколу. Ты еще про протокол не говорил, ты только сказал предыгровое совещание. Я вот к этому моменту или до конца... Нет, да слушай, про протокол. Предыгровая, вы знаете все 14 моментов, что вы смотрите, там, или 16, надо посмотреть, не точно. Ну, если говорить там свисток, ну, транзишн, к примеру, фол, и дали два судьи, сошлись, поговорили, и есть момент... Два судьи поговорили, что, хорошо. Что это может быть неспортивный фол. Надо посмотреть с камеры. Старший судья... Стоп. Двое судей сошлись. Да. Окей, так, значит, мы первое протокол, что при решении у вас собираются тройной механики, двое судей. Окей, хорошо, пошли дальше. Ну, это два ближайших, которые видели момент. Один, который давал, и там, и, соответственно, второй обязан быть старше. Ну, он. Дальше. Слушаем. Потом, если мы идем. Запоминаем. Надо показать столику. Столу, стол в ресторане. Столик в ресторане. Секретарскому столу показать решение. То есть такое обычный фол, номер. Кто 7. Показывает? Показывает судья, который определял. Который определял, показывает первоначальное решение. Старший судья показывает, что мы идем просмотреть. Старший судья после этого показывает жест, что мы идем смотреть. Окей, три. Хорошо. Посмотрели. Стоп, кто смотрит? Ну, два судьи, которые идут, которые показывают. Ну, четвертый, два старший судья. Старший и тот, который, ну, с кем он встречался, который принимал решение. После просмотра окончательное решение принимает старший судья. Как просмотр проводится? Это тоже важно. Смотр сам, с чего начинается, чем заканчивается. Ну, вот, когда, если, ну, как у меня было, мы должны выбрать критерий. То есть мы смотрим на обычные скорости и определяем критерий, который был, по какому критерию это обычный фол или не спортивный фол. Ну, четко должно быть критерия. Ну, определен критерий, по какому. Если это была попытка сыграть мяч в обычном фоле, если без попытки, хорошо. Какой критерий? Все, давай, значит, понятно. Есть у кого добавить? Нет, дальше на обычной скорости, затем. Ну, потом намеренно. Потом намеренно. Потом выбираешь камеру или нет? У нас одна камера, мы не можем выбирать. Ну, нет, ну это же. Мы с общей камеры смотрим. Можно было выбирать, когда у нас был кубок, там было 4 камеры, было хорошо. Можно было выбирать. Мы посмотрели. Но это процедура утверждения. Это процедура утверждения. Я тебе протокол, как ты работаешь. Есть что добавить у кого-то или поправить? Показывает решение тот, кто принимал. Одно есть, да. Хорошо. Понял. Хорошо. А тогда у меня к тебе вопрос такой умный. Ты правильно сказал. Мы это сейчас вернемся. А когда показывает старший судья? Хорошо. А если, например, если у нас... Это плохая командная работа. Акт насилия. Кто принимает решение? А? Старший судья. Теперь давайте... Это очень важно. И процедура неправильная. Ты берешь частично правильное на 75%. Это все прописано в правилах и в руководстве. Собираются в центре площадки. В центре площадки обязательно три судьи. Три судьи. Вы должны получить любую информацию. Видел, не видел, мое мнение такое. То есть старший судья обязан взять всю информацию. Вы принимаете решение. И обязательно должна быть информация. Даже тот, который стоит вдалеке. Ты подходишь, что ты видел? Говорит, я ничего не видел. Все окей. И потом, кто может смотреть? Минимум два, а может быть и три. Минимум два судьи, а может быть и три. Провокационный вопрос. Комиссар может смотреть? Нет. Только оператор, помощник, кто там помогает эту трансляцию осуществлять, и только судьи. Старший судья контролирует, чтобы ни одного человека не было на просмотре со стороны. После этого, то, что сказал Генрих Генрихович, вы пропускаете на медленном, быстром. У вас процедура может быть, вы не можете там много тратить времени. Самое важное решение принимайте на нормальной скорости. Вы можете замедлять несколько раз, но лучший рисунок появляется, когда у вас есть нормальная скорость. Вы можете остановить какие-то аспекты, увидеть, где рука, где нога, где мяч, где положение защитника, вот эти вещи.
Дальше что? После просмотра, если принимал решение не старший судья, этот же судья идет демонстрировать на повышение дисквал или понижение технически, или остается такой же фонд. Если вопрос связанный с несогласием, это не протокол, это командная работа. И вопрос такой, что если не согласен, то решение, конечно, принимает старший судья, он и показывает. Но это плохая командная работа. Мы должны, и очень много есть клипов у нас, где люди обговаривают, да, у них есть мнение у троих, а потом один говорит, и начинает возле камеры, знаете, когда трансляция идет, а возле камеры говорит, я не согласен, там что-то такое. Вы понимаете, что главное должно быть объективно правильное решение. Даже, может быть, оно может быть не всегда корректное, но решение должно быть единое. Если судья, который принял решение, а старший его меняет, по протоколу судья должен принять решение, которое принимал. Если он на публику показывает, что он не будет показывать, не согласен, старший принимает решение. Все, что не оговорено или финальное решение, принимает старший судья. Теперь мы говорим, есть случаи такие, как акт насилия. Пример. Игра в передовой зоне, а в тыловой зоне запасной вышел и кого-то там ударил из игроков, который остался в защите. Ну, спровоцировал драку. И мы ничего не видим. Тут игра идет. Это может быть такое? Может, объективно. Мы смотрим, что-то случилось. Мы остановили игру сразу же. Все, не поставили никого в невыгодное положение. И идем смотреть. И вот здесь принимает решение старший арбитр. Финально показывает решение. Финально. Но коммуникация. Делитесь ответственностью. Делайте как можно больше информации. Сидит Геннадий комиссар. Как вы думаете, он видит, что произошло? 100%. Мы с ним официально разговаривать не должны. Он не просматривает, у него работа другая. Но его мнение тоже будет важно. Спросить, что вы там видели. Если вы как бы доверяете комиссару, или перед игрой была такая коммуникация. Это неофициальная коммуникация. Неофициально, но это иногда может вывести вас на правильное решение. То есть мы не говорим, что нужно идти к комиссару. Все принимается только вдвоем или троем. И смотреть можно троем. При двойной механике мы тоже смотрим вдвоем. То есть мы оставляем команду. И вот теперь, что тоже бывает ошибочно, мы не знаем, смотреть или не смотреть, и тут тайм-аут или замена. Вот здесь нужно определиться, пойдем мы смотреть, и человек, который вообще ни в чем не участвовал, вот Мацулевич, мы с тобой, ты старший судья, я прихожу, я давал фол, и мы говорим, ситуация такая, по-моему, я даю С3, неспортивный фол. Ты спрашиваешь меня, уверен? Я говорю, да. Он нет попытки сыграть мяч, он задержал игрока, даже не тянулся в сторону мяча. Денис стоит на лицевой вообще в ауте. Он подходит, что случилось? Мы даем С3. Он говорит, мы даем там, допустим, какой-то другой. Он говорит, это мы смотреть не можем. То есть, например, так. Это мы смотреть не можем. Все хорошо. То есть, или, допустим, какие моменты были с неспортивными фолами. Дается фол, идет на неспортивный, игроку опять. А потом после просмотра видно, что ничего нет. У опять вообще он не фолил. А Б4 фол нападения. Ну так это вообще неправильная процедура просмотра. Мы не можем наказать игрока, если мы не показывали никакого решения. Если мы не показывали никакого решения. И вот здесь получается самая большая проблема. Вот к этому как раз у нас момент был в чемпионате, когда нет Андрея Шарафа, это он был. Когда дается фол одному из игроков, в данном случае Глюков, да, простой фол. Помните, Могилев Гродно, Могилев играл, вот так давно, месяц назад. Дается по Дрюкову и идет, просматривает там с Николаевым, Гульским место было. Идет просматриваться вот это видео, какой фол там, повышать его, нет, ну, дается обычно сначала. Они просматривают это, выходят, оставляют фол Дрюкову простой, но еще добавляют неспортивный фол Никульскому. Нарушено процедуру. Это правильное решение? Нет. Вы помните эту ситуацию? Там было после свистка, там был фол на Никульском, давали фол Дрюков, а Никульский после свистка отмахнулся в район лица. Но они не дали сразу ничего.
Они дали просто пол брюков. Мы дали по крестов, но не подняли руки вверх, что как бы не спортивно. Просто так успокоили, сейчас разберемся, сейчас посмотрим. И пошли посмотреть. И дали обычный, дали не спортивный. Значит, одному обычный, а тому за отмашку после свистка не спортивный. Значит, мы должны знать, что здесь, какая важная. Допустим, ну вот как было на Лиге ВТБ, был фол блокировки. Судья разворачивается, показывает номер игрока. И в это время начали один темный игрок начал там толкаться с кем-то из русских игроков. И этот, судьи разняли и говорят, что мы показываем номер там 6, фол блокировки, и думали, что это не спортивный. Идем это смотреть. А также идем смотреть, кто был в акте насилия, который был в этот же момент. То есть, но это должно, ребята, для того, чтобы было понятно, это должно проговорено быть. Вот сейчас мы что делаем? У нас есть диктор-информатор, тоже у вас есть. У вас есть, и, соответственно, зрители приходят на игру. Соответственно, судья, который что-то хочет дать, он говорит, номер 6, персональный фол, старший судья, просмотр на момент повышения или понижения. И идем смотреть, что было в акте насилия сразу же после этого. То есть мы не показываем никакого решения, что было, когда два игрока ударили. Но мы должны это сказать, что мы это смотрим. И диктор говорит, судьи осуществляют просмотр, немедленный видеопросмотр, на момент категории фола номер 6, от там, персонального повышения до неспортивного, или, соответственно, технический фол. И второе, кто был в акте, что было в ситуации акта насилия. Все, то есть такая четко прописана. Если мы, грубо говоря, идем смотреть то, что было у нас, и даем фол, например, и повышаем его на неспортивный, хотим поднять, а потом смотрим, там ничего не было, а с другой стороны кто-то кого-то ударил, и даем фол на падение там, или что-то другое, то, что мы не применяли и не говорили, это является незнанием правил. То есть мы не можем это смотреть. То есть ответ в этой ситуации, вот по этой игре, то есть то, что они не показали мне спортивного изначально, вообще никакого фола, только показали на дрибле, и дали добавок еще к этому фолу, еще один, это неправильно. Вот сейчас мы ее можем подвести, но, по крайней мере, они должны сказать, что мы смотрим, что произошло еще здесь. Подождите, а там Андрей как раз имеет возможность. Да, поднимите. Андрей, мы тебя будем сейчас слышать. Можно просто сказать, чтобы знать окончательное правильное решение из этой ситуации. Если это было проговорено, и это есть акт насилия, то мы можем не показывать, но говорим, что мы смотрим, что было еще после фола. Что было после фола. И тогда мы можем принимать решение. Это то, что я вам сказал, ситуация, которая была на финале ВТБ там, 2 года назад. Да, ссылки. Это можно. Андрей, мы тебя слышим. Доброе утро всем. Здравствуйте. Доброе утро. Извините, пожалуйста, что не могу лично присутствовать. Я бы хотел прокомментировать вот этот вот момент, про который Генри Генрихович упомянул. Ведь согласно последним интерпретациям, неспортивный фол, удар человека локтем в область груди, шеи, это и есть акт насилия, который мы, как судьи, можем смотреть, даже не зафиксировав этот фол, согласно последним интерпретациям. И так как, Федор, вы сказали, что было прокомментировано, что мы будем смотреть это действие, которое было совершено игроком на момент акта насилия. Ну, тут то же самое, то, что мы делали. Это было участок, это было в январе? То, что с первого числа. Андрей, все понятно, спасибо. Дело в том, что когда смотришь видео, да, то там ты видишь только вот, что они пошли вроде смотреть этот первый фол, а потом дают еще один. То есть там не видно, не слышно. Значит, что мы можем... Извините, пожалуйста, Генри Генрихович, просто, к сожалению... Качество наших трансляций не позволяет показывать с нескольких камер, и мы должны прислушиваться к тому, что вот сказал Илья, то как было у нас. То есть мы вам просто описали процедуру, и вы скажите, просто она правильная или неправильная.
Знаете, значит, Андрей, спасибо. Спасибо вам. Да, смотрите, что здесь, мы еще к этому не подошли. То есть мы, как бы, я спросил у тебя про процедуру, про чек-лист, который ты должен выполнить. И самое главное, то, что мы, коммуникация троих, смотреть два, а может быть все трое смотреть, и принимает решение тот, кто давал изначально, в исключительных случаях, вот акт насилия, принимает решение старший судья, демонстрация перед столом. Теперь обязательно то, что вот мы говорили, то, что мы сейчас подводим к акту насилия, что судья должен обязательно сказать, что мы смотрим. И с 1 января в акт насилия, это мы немножко опережаем, входит три случая. Это вот то, что является вопиющим поведением, то есть дисквалифицирующий фол. Вторая ситуация, С2 по критерию, чрезмерно жесткий контакт, локоть в лицо, там в область лица или шеи. То есть мы видим, это атака игрока, то есть это вопиющее поведение. И третий критерий, как сказать, посягательство на акт насилия. То есть контакта нет, то есть это размахивание локтем перед игроком. Это тоже может идти смотреться как акт насилия. И вот эти, только эти моменты. Если мы видим, что это, например, нет попытки сыграть в мяч, или там что-то быстрый отрыв, или там какой-то другой, там пятый критерий, вот все остальное, или это просто фейк, мы это смотреть не можем. Мы как бы можем это смотреть, но мы решение применять, что это фейк, что это критерий неспортивного С1, не можем. Только акт насилия – это чрезмерно жесткое вопиющее поведение игрока. Это четкое определение вам дам. Это можно смотреть, не демонстрируя перед столом. Но это много этих вопросов, это защищает судью и снимает с него ответственность. То есть в теории вы пропускаете неспортивный фол, занимая плохую позицию, не имея персональной ответственности за решение, а потом останавливаете, смотрите, игрок лежит окровавленный, идете смотреть. Это мы как бы принимаем решение правильно, все хорошо, но мы игру не контролируем. И мы, грубо говоря, этому игроку, который ломает нос, даем возможность еще забить мяч. И считаем мяч. И даже если фол в процессе броска, мы даем фол и засчитываем 2 очка, а потом все смотрим и даем этому игроку неспортивный фол. Или, например, дисквалифицирующий. То есть вот в этом строится проблема с комиссарами. То есть комиссары, которые опытные, они говорят, слушайте, мы не можем понять. Но очевидно пропущен фол. Вот у нас в российском чемпионате показали пример, и молодые судьи, они говорят, все, класс, мы смотрим. Смотрим пропуск С2. Судья стоит, бегает, не может занять позицию. И они говорят, мы соблюли всю процедуру и посмотрели. Да, как следствие решение было правильное. Но по факту мы имеем еще минут 10, чтобы закончить. Да, сейчас закончим и потом сделаем перерыв. Второй вопрос можно быстренько. Да. При видеопросмотре команды должны оставаться на своих местах или должны пойти... Смотрите, хороший вопрос. При видео... объясню почему, почему вопрос. Если они остаются на площадке, то втроем лучше не идти смотреть. Может быть стычка, чтобы один всегда оставался в поле и смотрел за тем, что какой-нибудь отмашка или словесная там... Вопрос хороший. Написано не менее два. Не менее двух судей могут осуществлять. Но если нужно мнение третьего, он может поменяться, может подойти. Но до этого мы команды убираем. Они занимают позиции. Никаких тайм-аутов, замен мы не даем. В 99% смотрят двое судей. В двойной механике очень редкие случаи, потому что в двойной механике видеопросмотра редко бывают на каких-то лигах. Бывает, смотрит один, нужно, он подзывает. Но контроль за игроками обязан. Мы собираемся втроем, но мы открыты к столу. Мы смотрим, где команды стоят. Где это? Вот мы поговорили, и двое идут. Один остается стоять и контролировать. Но если нужно мнение, мы как исключение. Я редко видел, чтобы трое шли. Но как я спрашивал, Илью спрашивал. Один. Зачем брать на себя ответственность, если есть вещи, которые могут подсказать люди, которые с тобой вместе работают? Мы комиссара не берем, но обязательно не берите на себя. Или это я там вижу окончание игры, судья показывает такой круг и идет один сам. Ну, вы знаете, кто это. Я говорю, зачем ты так берешь на себя ответственность? Встань, свисток, покажи первоначальное решение. Ты считаешь 3 очка, 2. Собери коллег, встаньте перед столом. Какое мнение твое?
Ты один говорит, смотреть не можем. Второй говорит, смотреть можем. Хорошо, что ты видел? Так, это видел. Рамка была там, это все. Собрал. Все хорошо. У меня 95% информации. У тебя это, твоя информация мне нужна, не нужна. Здесь я беру. Все. Кто в поле? Я ведомый. Володя центральный. Все, мы идем. Денис стоит, смотрит с остальными. Пошли, посмотрели. Так, издалека спросил. Комиссар, ваше мнение? Он говорит, мое мнение такое. И я говорю, я не видел. Все, тоже мнение. Я смотрю. Рамка, время, счет, все это. Если ничего не бывает такое, не показывает камера. Нормально. Первоначальное решение остается. Судейское первоначальное решение остается. Бывает так. Теперь утверждение камеры. Мы же должны смотреть. Линии показывают. Трехочковую показывают. Время показывают. Хотя бы даже когда камера переводится, в центре площадки времени нет. Есть непонятная инфографика. Но мы смотрим. И второе. Время, если что. Бегунок у нас есть, который у нас... Все, смотрим по этому. Контроль за игроками обязан быть всегда. И видеоповтор еще. Смотрите, что. Теперь, когда мы уже не можем смотреть видеоповтор. Две минуты остается, меньше двух минут. 1:41 на игровых часах. И, допустим, выполняется бросок. Рядом удачный бросок. Выполняется удачный бросок с игры. Звучит сигнал таймера для броска. 24 секунды. Мы можем смотреть... сошел с руки вовремя или нет, только если удачный бросок. Если мяч не попал, и вы не знаете, был сигнал, попал, нет, мы смотреть не можем. И вот это может сказать судья, который не задействован, допустим, в этом. Вот что вы смотрите, что вы хотите смотреть, Маути? А мы хотим смотреть, ушел вовремя или нет. Так он же не забил. Ну, допустим, Володя говорит, лицевой. О, блин, точно. Все окей, значит, продолжаем играть. Все, это мы смотреть не можем. И что здесь получается? Что если мяч забит, и мы не знаем, удачно, неудачно, игровые часы остановлены. Мы сразу можем идти останавливать игру и смотреть видеоповтор, был ли мяч выпущен с руки, сигнал 24 или нет. Все, пошли посмотреть. Кто это показывает? Те, кто в поле, тут же... Кто в поле, конечно. Всегда старше показывает. Да, те, кто в поле. Те, кто принимает, с какой стороны там было решение, было и сигнал. То есть они имеют коммуникацию. Вторая ситуация. Мы после этого, после того, как мы идем, значит, может игра начаться сразу, и мы без просмотра. То есть забит, не забит. И в следующей атаке идет остановка игры. Мы можем остановить игру, допустим, фол или нарушение, и посмотреть. Предыдущее. Сошел с руки. Если мы отдали после остановки, первой остановки игры судьями, отдали мяч на выбрасывание из-за боковой или дать штрафные броски, мы смотреть не можем, оригинальное решение остается в силе. Понятно? Ну, другой пример. 3:47 до конца. Я выполняю трехочковый бросок, судьи зажигают 3, мяч выбрасывается, идет игра, и остановкой в игре был фол в процессе броска. Судьи собираются, ты уверен, что там 3 очка было? Он говорит, нет, не уверен. Окей, хорошо. Сразу, если идет просмотр, мы идем смотреть и определяем, что там было, мы можем поменять. Но если мы дали мяч на штрафные броски после первой остановки в игре, мы оставляем оригинальное решение. 3 очка. 3 очка. Теперь вопрос, это протест? Нет. Это ошибка судьи. Протест какой? Неправильное ведение счета в протоколе. Это не секретарь ведет счет правильно. Это мы информацию дали неправильно. Время и таймер для броска. То есть судьи дали информацию, это ошибка судьи на площадке. Понятно, коллеги? То есть до первой остановки игры судьи. Теперь смотрите, если мяч забит в, там, допустим, 5:45, когда мяч проходит сквозь кольцо, и мы не знаем, 2 или 3 очка, он становится как статус мяча. Мертвый. Когда мяч проходит сквозь кольцо, он становится мертвым, а потом становится живым. Вот когда мяч мертвый, мы можем остановить игру сразу же и смотреть. Это первая опция. Потом время продолжает идти. Мы можем выбрасывать, игра идет, и потом идет, например, пробежка. И судья останавливает игру. Вот это первая остановка в игре. Статус мяча. Когда мяч проходит сквозь кольцо, он становится мертвым. И можно остановить игровые часы. Да, в игровое время. Последние 2 минуты, там понятно, что когда сквозь сетку проходит, мы останавливаем игровые часы, это всегда.
Первое, когда мяч становится мертвым, сразу можем остановить. Так, наверное, тут видно. Так, в общем, перенесет, наверное. 3.47. Значит, смотрите, до того, как мяч стал... Здесь, наверное, этого примера нет. То есть вот в этой ситуации. Или вторая ситуация, то есть когда мяч проходит сквозь кольцо, судьи могут остановить сразу же. Идти смотреть 2 или 3 очка в игровое время, не последние 2 минуты. Если мяч заигран, и судьи остановили игру, мы можем идти смотреть после остановки игры первой судьями. Но если после первой остановки игры судьями мы отдали мяч на вбрасывание или на штрафные броски, оригинальное решение, то, которое было, остается. Там 2 очка или 3. То есть это сейчас ФИБА прописала в интерпретации. Просмотр АРС при первой возможности, когда игровой час и мяч мертвый. То есть мяч мертвый у нас проходит сквозь сетку кольца, он становится мертвым, потом становится живой в игровое время. Теперь мы берем с вами акт насилия. Определение акта насилия. Силовое действие, которое наносит повреждение или направлено на это, или действие, которое может привести к риску получения травм. То есть это критерии дисквалифицирующего фола, неспортивного, чрезмерно жесткий контакт, или технически за угрозу акта насилия. Что такое угроза? То есть я ничего не сделал, но я угрожал. И только 3 случая. 2, С2, чрезмерно жесткий, технический фол за угрозу насилия, за размахивание локтем, не за фейк никакой, да, не запугивание, то есть перед лицом это не является угрозой насилия, а локоть. И 3-й момент – дисквалифицирующий фол, через этот вопиющее поведение. Вот это. Наносит повреждение или направлено на это. Это является актом насилия. А если так покажет после фола? Но я думаю, что... Так, смотрим. Вот пример, то, что мы можем смотреть. Сейчас включим. Проблема будет вот здесь. Этот игрок маленький, разыгрывающий будет. Игрок маленький будет локтем бить центрового. Видите, ударил, спортивный пол пропущен. А потом идет. Сейчас мы перейдем назад. Да. Смотрит, еще раз. На начало. Это уже концовка. Еще раз, на начало. На начало. Мы первый фол. Знаете, локоть. Видите? И остановка игры после 2 секунд. Сделай стоп-то. Остановка игры после 2 секунд. Ну, окей, там. После 2 секунд была остановка игры за дисквалифицирующий фол. По решению здесь. Ну, грубо говоря, и комиссар, и все сообщество согласилось, что здесь не спортивный фол вот этот, а второй дисквал. Все согласились. Но процедура принятия решения, когда это было 3 года назад, неправильная. То есть мы дали как бы отложенный фол. Мы пропустили не спортивный, а дали фол потом за локоть. По факту дали не спортивный дисквал. Там игрок заплатил $3000 за этот дисквал. Все, не надо. Вот. Вопрос заключается, что сейчас мы можем... Мы видим последнее действие, принимаем дисквалифицирующий фол и говорим, что мы будем смотреть, что было до этого акт насилия. Локоть в игрока, это С2, то есть чрезмерно жесткий контакт, там или другой, мы принимаем. Если бы он не попал, а тот просто так, то мы бы дали технический фол. Если там просто был бы фейк и никаких движений не было, мы все игнорируем и продолжаем игру, как после дисквалифицирующего фола. В этой ситуации мяч был у желтых. Был один фол, второй. Неспортивный фол, 2 броска владения. Дисквал, 2 броска владения. Мяч у желтых. И выбрасывание, там он был такой момент удара, был здесь. Все, продолжаем. Ну, то есть мяч в лицевой линии, там, где произошел фол. И оставшееся время, сколько было у команды желтых на таймере для броска. Можно подвести это к обоюдному фолу. То есть у нас в обоюдный фол неспортивный дисквал, они входят. В одно и то же время произошли 2 фола. Вот, то есть и никакие наказания не пробиваются. Если там ничего не было, акта насилия, или там были какие-то фейки, или были обычные фолы, это все игнорируется, мы ничего не можем записать. То есть это как бы тоже очень важно.
Вот. Вот, так что, да, да, я сейчас закончу. Вот это основные, сейчас перед тем, как вопросы пойдут, основные изменения. И для меня я считаю, что вот с актом насилия довольно важное, что это большое. Дальше с видео большое изменение, и такое фундаментальное. Также с неспортивным фолом, вот этот критерий C4, да, вот. То есть вот эти вещи нужно как бы смотреть, разбирать и понимать, то есть. АРС это, то есть и не спортивный фол. Да, какие есть вопросы? Смотрите, вот в этом моменте мы свистим дисклад. То есть я, например, стою трейлом, я не старший судья, я свищу дисклад. Да. Я вижу это локтем сразу. То есть мы свистим дисклад, дальше старший судья показывает, что мы идем смотреть, и еще проговаривает, что мы еще идем смотреть. Ну, да, да. Мы посмотрели. Видим, что здесь дисквал, а здесь был не спортивный. Да. Выходим. Я показываю, так как я принимала решение дисквала. Да? Да, я показываю, да. А не спортивный, показываю старший судья. А акт насилия показывает только старший судья. Угу. Потому что мы его не показывали, принимает решение старший судья. Все, я не компенсирую. Да, то есть, да. Красный, желтый, да. Да. То есть мы говорим, что дисквалифицирующий фол остается. Это ситуация обоюдного фола. Значит, соответственно, желтые играют. С места, где был этот фол, где был фол с лицевой линии, потому что 3 секундной зоне, и оставшееся время на таймере для броска. Если это был бы запасными, запасной кто-то вышел, то там, где находится мяч. Там, где находится мяч. Ну, такие нюансы тактические. Какие еще, ребята, есть вопросы? Но реальные изменения, согласны, что какие-то такие существенные. С быстрым отрывом, с видеоповтором, с актом насилия. Допустим, с видеоповтором мы много спрашивали про эти 3 очка. Потому что бывает там, ну, все говорят, ну, там, 2 минуты осталось, давайте посмотрим, что было на 3-й минуте или на 4-й. То есть такие случаи тоже были в практике. Теперь акт насилия. Мы можем остановить сразу или при первой возможности. То есть мы должны остановить или сразу не ставить никого в невыгодное положение, Или при первой возможности мы сразу должны делать. И не забудьте, это С2 чрезмерно, это дисквал вопиющее, или угроза акта насилия. Все остальные игнорируются, ничего не приклеивается. И вот самое важное, то, что я, вот мы вчера с Юрой Волком разговаривали, он был на связи. Я прошу вас, вы понимаете, простой пример. Я главный судья в МЛБЛ Москва, межрегиональная любительская баскетбольная лига города Москвы. У нас там 9 дивизионов. И мы хотели челлендж сделать. Мы сделали для элиты челлендж. То есть тренеры могут последние 2 минуты брать челлендж, и мы, я как судья могу смотреть ауты, там, ну, то, что прописано в правилах. Они говорят, а давайте все смотреть эти моменты. Я говорю, подослушайте. Вы уверены, что секретари все знают любители? Вы уверены, что судьи, некоторые из них любители, знают это? Вы уверены, что тренеры даже знают? Я много раз смотрел. Было интересно такой момент, но мы оставили только последних то, что можно смотреть 2 минуты. Только 2 минуты. И то там некоторые, идите посмотрите пробежку. Я смотрю, там судья там, куда ты пошел? Какая пробежка? То есть они, им только по взрывать атмосферу. И тут нужно знать, допустим, кто заставил мяч выйти. И были случаи, когда мы меняли решение с моим. Или, допустим, с этим забитым мячом 24 секунды. Он раз, я беру челлендж, посмотрите. Я говорю, а вы забили мяч? Он говорит, нет. Я говорю, смотреть не можете. Как? Я говорю, пишите. Будете же мне писать. Я эти правила знаю. Он так, все понял. Был такой случай, там у них оставалось 10 очков, они проигрывали. Такая, ну, молодой парень такой, потом он все со мной подружился. Он тренер команды. Он там нашел какие-то деньги, команду содержит, пару профессиональных игроков, молодые. И он 10 очков проиграл, потом 4 секунды до конца он 4 проиграл. И ситуация быстрого отрыва. Игрок обыграл защитника, уже наш находился, и защитник сзади атаковал. Ну, нападающий был реально впереди. Ступнями, руками, с мячом. Все. И мы, я судился с девушкой, с ученицей со своей. Я говорю, Дина, смотри. Она говорит, ну, похоже, что, наверное, быстро. Я говорю, 100% быстрый отрыв. И мы даем за 4 секунды неспортивный. Все, команды молчат, все окей. Он челлендж то использовал и оправдал. Он имел право, там, грубо говоря, еще на один челлендж, потому что этот челлендж правильный. 2 броска, стало -2, 4 секунды. За 4 секунды забил, вошел в овертайм.
но потом проиграл, но никаких вопросов не было. То есть мы как бы все. Но потом он проиграл, он сказал, что я теоретик. Хорошо. Никогда не будете хорошим. Вы теоретик. Я говорю, хорошо. Если бы я теоретиком был, я тебя никакой бы челлендж-то не использовал. Я сказал, что это персональный фол. Потом бы подтащил бы статьи правил куча. Ну ладно, это так. Какие вопросы есть? Хорошо, тогда у нас сейчас 13. Давайте я скажу, да, у нас чуть произошли изменения. Мы сейчас идем в зал. В зале встречаемся 13.20. Это ОСК. Сюда. Ну, это тот же вчерашний. Поэтому и работаем там до 3 часов. После 3 часа возвращаемся сюда, продолжаем лекцию и видео момент. Все. 15 минут на то, что сюда дойти. 13.20 там. Обед. Обед, где было, куда не изначально.